Час депутата был прерван на несколько минут. Народные избранники стоя приветствовали спортсменов и их тренеров. По традиции председатель горсовета вручил медалистам и наставникам благодарственные письма от горсовета. Депутаты Лондонского горсовета большую работу совместно проводят, делают и поддерживают Федерацию спортивной борьбы Республики Бурятия. И они уже вживую увидели сегодня, что вклад, который они делают, и я думаю, и дальше будут поддерживать Федерацию спортивной борьбы. Мы всегда будем вместе, рядом, и наши чемпионы добьются еще больших успехов. Уже после спортсмены поделились своими эмоциями. Для Балдана Цыжипова это первая медаль в составе сборной команды России. Бронзовая финальная схватка стала самой тяжелой. Сирена зафиксировала победу Балдана со счетом 4-1. Был доволен, радовался. И очень уставший был, если честно. Я выложился. И после схватки шел, и вообще у меня уже, я уже там как, вот так останавливался, отдыхал. Александр Богомоев уже поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета чемпионата Старого Света. И противостояние с Бекой Ламтадзе стало уже шестым. В принципе, я ждал его проход. Ну, он мне не прошел. Прошел один раз, меня там зацепился. Как цепка. А так, в принципе, ждал его атаку. Получилось сдержать ее. Все, в принципе. Настраивался на победу. Сейчас борцы планируют отдохнуть, а уже завтра приступить к восстановительным тренировкам. Впереди домашний чемпионат России. И, конечно, главный старт 4-летия Олимпийские игры. Если Балдан будет бороться за лицензию в своем весе до 125 килограммов, то Александр планирует подняться на категорию выше до 65 килограммов. Батыр Ламбаев, Сергей Медведев. Новости дня.